В Государственном архитектурно-строительном университете прошел первый тур Всероссийской студенческой олимпиады системы «Главбух». Уже второй год свои знания по бухгалтерскому учету и налогообложению проверяют студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры. В ОГАСУ в олимпиаде приняли участие более 30 человек. Все они студенты направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет». Результаты олимпиады станут известны уже на этой неделе. Преподаватели не сомневаются, что ребята пройдут дальше и будут соревноваться со студентами других астраханских вузов. Победитель Всероссийской олимпиады в качестве приза получит повышенную стипендию. Она выплачивается ежемесячно в размере 6000 рублей. Выплата именной стипендии начнется с марта 2017 года. Кроме того, студент дополнит свое портфолио дипломом победителя Всероссийской олимпиады. В прошлом году наш вуз был одним из лучших в нашей области. Мы заняли более высокие места по сравнению с другими вузами. Вот. Но самое главное, конечно, даже не то, что участие, а то, что наши студенты получают глубокие знания. Они обладают тем набором экономических инструментов, который необходим им будет в дальнейшем и в их трудовой деятельности обязательно пригодится.